Во Владивостоке накануне Великого праздника Победы возле военно-исторического музея Тихоокеанского флота высадили саженцы деревьев хвойных пород в память о защитниках нашей Родины в рамках международной акции «Сад памяти». Музей, как хранитель военной истории, истории Тихоокеанского флота и в том числе истории участников Великой Отечественной войны, является своеобразным храмом памяти. Поэтому вот эта вот акция, которая получила вот такое вот развитие общероссийское, и Приморский край, город Владивосток, принял такое активное живое участие в этом, конечно, она важна. Ели вырастут когда-нибудь, они станут гораздо больше, и, в общем-то, эта память сохранится на долгие-долгие годы. Деревья стали символом благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу. Мне кажется, это для каждого гражданина Российской Федерации, для каждой страны это важно. Все равно это память о своих дедах, прадедах, которые воевали, все равно же есть. Вот, как бы, лично для себя мне, ну, гордо то, что я вот присутствую на таких мероприятиях. Акция стала символом жизни и преемственности поколений, неразрывной связи между прошлым, настоящим и будущим. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.